Бесплатный вход по студенческому билету, море эмоций в кругу сверстников и целый день на ледовой площадке. Такой подарок будущим профессионалам в Татьянин день решил вручить Минспорт Республики совместно с Комитетом по делам молодежи. У меня сегодня был последний экзамен. Я сдал этот экзамен. Я был рад этому, но еще больше я был рад тому, что мне предоставили такую возможность просто на халяву покататься сегодня. Большое спасибо тому, кто предложил эту идею. Нам очень приятно. От лица всех студентов говорю. Учащиеся вузов страны обычно с размахом отмечают этот праздник в кругу своих сверстников. Устраивают концерты, различные мероприятия и конкурсы. А ингушским студентам предложили отпраздновать свой день на коньках, что немного необычно, но занимательно. Предложение об активном отдыхе парни и девушки восприняли на ура. Быстро заполнили ледовую площадку размером 60 на 30. От души хочу поздравить всех студентов России, чтобы они учились всегда хорошо, чтобы у них вот так, в такой атмосфере всегда проходили их студенческие годы. Вы студенты университета, и нам очень спасибо Комитету по делам молодежи и Минспорту, что предоставили нам такую возможность. Тут очень здорово, мы веселимся, тут очень классно. Сегодня об учебе никто и не думает. Молодежь отдыхает на законных основаниях. Преподаватели не ждут их на парах, а за прогул декан не вызовет к себе в кабинет. После зимней сессии это именно то, что нужно было большинству студентов. Именно выбрана площадка ледовая. Судя по всему, как мы видим, не зря, потому что студентам нравится, студенты катаются. Хотя не все умеют, но все равно в веселой атмосфере это все проходит. Мы решили вот таким образом немножко приобщить студентов между собой к общению, к приятному времяпровождению. И, в общем, вот такой вот веселой атмосфере, как вы видите, все проходит. Комитет по делам молодежи параллельно запустил и фотоконкурс для участия, в котором всего-то нужно сфотографировать свою излюбленное место в Ингушетии и отправить его на почту Комитета по делам молодежи. Адрес вы видите на своих экранах, также опубликовать фото на своей странице в Инстаграм. Проходить он будет до 10 февраля, и лучшие 10 работ наших представителей молодежи, студентов будут отмечены, будет проведена выставка, где они будут все распечатаны и опубликованы для всех желающих. Помимо этого, 3 победителя лучших фотографий получат ценные призы и сертификаты. А пока студенты продолжают рассекать ледяную гладь, у желающих поучаствовать в объявленном конкурсе есть 15 дней, чтобы найти идеальный ракурс и запечатлеть популярное место. Далее Асканова, Адам Гулоев, Магомед Дзигов, Новости 24.